на экспертизу, проверяется на герметичность, дезинфицируется, и он ее держит у себя, как бы в своей ячейке. Учитывая то, что, скажем, проверяет работу легочного автомата и подачу редуктора. То есть тут исключается ошибка человеческого. Я старше, я больше, Но Япония стоит в очереди, чтобы купить некоторые, как это называется, приборы с точки зрения контроля. Измерения, вот, измерения радиации. Вот мы видим пики. То есть по следующим, по этим пикам мы можем режим работы посмотреть, что это за источник. Тут находится три рабочих места. Основное рабочее место – это диспетчер. Дальше рабочее место практического психолога и рабочее место парамедика или санинструктора. На месте курсанты заступают на сутки, изучают. Только надо поехать. Ура!